Василий, я приехала сюда с Талдыкурган специально на этот конкурс. Услышала я о этом конкурсе случайно от мамы. Вот мы с ней решили приехать сюда, попытать счастье. Этот конкурс мне очень нравится. Я хочу, хотела бы поблагодарить всех, создателей этого конкурса, потому что этот конкурс замечательный. Здесь, вот на этом конкурсе могут проявить себя многие девушки, которые, если бы нет конкурса, они бы, наверное, такие остались где-нибудь там. Но Талдыкурган — это хороший город, маленький, но мне больше нравится это вот творчество, искусство, а там просто нельзя раскрыться Талдыкурган. Как сказать? Ну, Алматы мне как-то ближе, я здесь родилась. Здесь я пошла в школу. Ну, в детстве, еще в маленьком возрасте, где-то 4 лет, я вообще мечтала стать балериной. Ну, родители меня не воспринимали это всерьез, но они хотели меня, ну, как серьезным человеком взять, ну, как они сами. А я нет, я все равно. Потом мы с бабушкой поехали, так, и неожиданно для всех поступили в хореографическое училище. Ну, там я проучилась, и потом мне пришлось бросить это училище. По разным причинам.